Всем привет, друзья! Продолжаем стройку этой прекрасной модели. Всем приятного просмотра! Перед тем, как вы продолжите просмотр видео, мы рекомендуем канал «Армия в масштабе». На нем вы найдете множество обзоров, советов и других интересных вещей, связанных с моделизмом. Ссылку на него вы найдете в описании. Далее установим несколько небольших элементов. Подготовим детали для сборки передней ниши. При сборке ниши шасси нам потребуются элементы стойки переднего шасси. Но использовать их мы не будем и воспользуемся набором дополнений для этой модели, в котором содержатся металлические элементы. Данный набор предлагается вот в такой упаковке: внешняя коробка и пластиковый бокс. Внутри мы видим инструкцию по замене элементов из набора на элементы из данного комплекта. Здесь представлена схема замены, какой элемент отвечает за детали из набора. Таким образом, нам потребуется элемент номер 11, который в пластике состоит вот из этих вот деталей. Ориентируясь на данную схему, наберем необходимый комплект. Таким образом, у нас в сборе получается вся передняя стойка и упор. Тем самым мы исключаем сборку всех вот этих элементов. Окрасим детали ниши перед тем, как их собрать. Приклеиваем детали на временный держатель на Blue Tack. Чтобы ниши не выглядели плоско, оттонируем их с помощью вот таких чернил, жидко разведя. Далее прокрашиваем все необходимые элементы
в нише шасси до вот такого состояния. Thank you.
На этом данная серия завершается. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписаться на наши ресурсы, ссылки на которые вы найдете в описании. Ставьте лайки и до новых встреч в новом выпуске. Продолжение следует.